международного голосования вы избраны в число кандидатов на роль талисмана игр Сочи 2014. Церемония состоится... Ого! Пора собираться в путь! Леопард жил на уступе отвесной скалы. На нем росло большое, раскидистое дерево. Дерево заменяло ему квартиру, тренировочный зал, место для медитации и библиотеку. Скала служила наблюдательным пунктом и метеостанцией. Леопард предупреждал окрестные регионы об опасности. Эта деревня имела для леопарда особое значение. Когда-то там был его дом, и все было совершенно по-другому. Леопард рос веселым, беззаботным малышом. Свой досуг он посвящал тому, чтобы сделать жизнь обитателей долины ярче и интереснее. Однажды леопард проснулся рано утром, чтобы обдумать очередную шалость. Как вдруг... Леопард сразу понял, что случилась беда. Огромная лавина обрушилась с вершины горы и стремительно надвигалась на деревню. Ее жители мирно спали, ни о чем не подозревая. Не щадя себя, рискуя жизнью, он помчался к колокольне, расположенной прямо на пути лавины. В этот момент леопард забыл о шалостях и проказах. Самым важным для него было спасти его близких, друзей и соседей. Леопард успел вовремя. Соседи услышали тревожный сигнал и покинули деревню. Но сам леопард не избежал беды. Этот день мог стать для него последним, если бы не... Это был старый отшельник, который долгие годы познавал великую мудрость гор. Он видел подвиг леопарда и после схода лавины откопал его и отогрел у себя в логове. А ты молодец, парень. Я тебя буду учить. С тех пор прошло время. Старый учитель открыл леопарду множество секретов. Показал ему множество упражнений. Провел с ним множество дней в молчаливых медитациях. Но пришло время старику покинуть этот мир. Он был слаб и попросил леопарда вынести его к солнцу, чтобы встретить свой последний закат. «Теперь оставь меня одного». Леопард обернулся. Он знал, что никогда больше не увидит своего учителя. Обучение закончилось. Леопард превратился в знатока горных склонов и непревзойденного альпиниста. Он решил стать часовым на страже покоя своей долины и оборудовал уступ новейшими устройствами для обнаружения сейсмической опасности. Несмотря на свои серьезные обязанности, леопард не все время сидел на скале. Он много тренировался и учил друзей кататься на сноуборде, так что довольно скоро этот вид спорта у них на горе стал очень популярным. И леопард вслед за своим учителем был в нем самым лучшим. Провожать леопарда на игры в Сочи вышла вся его деревня.